Разгар лета, грибной сезон, единение с природой и сотни пропавших грибников и туристов. По данным МВД, ежегодно в России пропадает около 180 тысяч человек. Около 160 тысяч из них находят. Сейчас в Тверской области начался сезон, когда многие люди выходят в лес за грибами и ягодами. О мерах безопасности при таких прогулках расскажет наш корреспондент. За 2022 год в волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» поступило 1146 заявок на поиск пропавших. Из них найдены живыми 929 человек, а погибшими – 60. Работая по заявкам оперативно и быстро, группа занимается поисками людей во всех местностях, как в городе, так и в лесу и на водоемах. Днем и ночью волонтеры трудятся на благо людей, ведь самое ценное – это человеческая жизнь. С наступлением лета многие собираются по грибы, по ягоды, но далеко не все ответственно подходят к этому делу, полагаясь на удачу. Но она, как показывает практика, сопутствует далеко не всем. С 1 июля 2023 года по 17 включительно волонтерам-спасателям поступило 62 заявки на поиски пропавших. Недавно были на поисках в лесу. Проходит как? Мы приезжаем, у нас есть штаб, регистрируем людей, далее выдаем оборудование, координатор выдает задачи, отправляются группы. Далее группа выходит каждый на свою задачу и начинается работа на отклик. После нахождения потерявшегося группа спасателей полностью сопровождает человека. Если он пострадал, вызывает группу эвакуации с комплектом первой медицинской помощи. В экстренных случаях свою работу начинает спасательная группа «Ангелов», отслеживающая человека с вертолетов. В поисках пропавших участвуют десятки волонтеров, спасателей и полицейских. А все потому, что люди забывают банальные правила безопасности. Взять с собой полностью заряженный телефон и сообщить родным и близким время и место. Волонтеры напоминают, что при отсутствии родных и близких у человека всегда можно оставить заявку на сайте, и тогда вашу безопасность будут охранять все время прогулки по лесу. Также специалисты рекомендуют брать с собой первый необходимый комплект для выживания – воду, спички, нож, веревку, аптечку и компас. Отправляясь в лес, надевайте яркую одежду и берите с собой не только корзинку, а еще и фонарик. Как говорится, идешь на день – бери запас на неделю.